Всем привет, друзья! Это мой долгожданный ролик. Сегодня я уже как бы в больнице. И, ну да, я уже в больнице. Я сейчас покажу вам палаты и покажу уже, которую я познакомилась с девочкой Медина. Ей тоже 9 лет, но она только в 2 классе, а я в 3, да. Вот, мы сейчас с ней будем показывать всю комнату. Я сейчас покажу вам обязательно мою кровать. И вот, я лежу в Астане, смотрите, я сейчас покажу вид из нашего окна. Вот такой. Сейчас я покажу палату, здесь еще закрываются шторки. Вот, 4 кровати, здесь Медина спит, здесь я сплю. И здесь еще дети какие-нибудь будут спать. А вот моя кровать, вот мой чемоданчик, здесь мои вещи. Вот, ой, закрывайся. Еще, смотрите, вот такая это есть. Ну, здесь у меня еще, сейчас покажу, у меня еще есть такой браслетик, ну, то, что я Тимирханова Медина, какого я года, и хочу показать вам, который я познакомилась с подружкой, Мишку, можно показать? Мишку, вот, вот такой Мишка. Здесь была Мишка, это полотенчика, и сейчас я покажу то, что я купила в магазине, нам выходить нельзя. Страшно, шучу. Вот это Мединина. Нас с собой зовут Медина. Вот у нее здесь холодильник, все стоит, вот так вот кровать. Здесь вот еще такое вот. Я лежу одна. Мама уехала в наш город, в Кокштау, и я лежу, впрочем, одна. Вот. Вот так вот. Вот моя кроватька, вот тут шоколадки немного, и здесь тоже немного, ой, кушать, ну, немножко там. Вот, пойдем покажем туалет. Мы сейчас покажем туалет, вот, давай ты иди, дверь открывай, я буду идти. Вот, мы сейчас идем, у меня такие тапочки, вот, у нас здесь такая ванная. Всем привет, еще раз. Я снимаю, кстати, на свой телефон. Ну, как и обыкновенно, здесь можно руки помыть, здесь можно помыться. Но здесь неудобная ванна, да, Медин? Да. Вот здесь ванна, не буду показывать вообще. Ну, в общем, так. Если хотите, я сниму мое утро. Вот мое утро с Мединой сниму. Ой, прости. Вот, наше вдвоем утро будет. Ты зубную щетку взяла вообще? Да. Мне тоже. Вот, в общем, короче, мы две подружки, мы подружились. И смотрите, вот здесь еще вот такая есть. Вот этот талончик надо не потерять, и не потерять. И у тебя тоже такой есть. Покажи. Медина, как? Аслабек, Медина, Аслабек, да? Вроде. Я не буду очень долго снимать, потому что скоро зайдут врачи и будут ругать. Это просто обзор такой маленький, небольшой. Ну вот. Так что, ребята, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была я и до встречи.